Изменить меню школьной столовой намерены старшеклассники Алмазного региона. Дети должны сами выбирать, что им есть на завтрак и обед, считает команда Мирнинского отделения Российского движения школьников. С проектом ребята выступили на форуме лидеров «Территория успеха». 10 октября он стартовал в лагере «Артек». У нас проходит образовательный модуль, который проходил в течение 2 недель, в рамках которых эксперты дали нам свои рекомендации по данной идее, а также поделились с нами своим опытом по вопросам совета обучающихся, о его нормативно-правовой базе, о идее, как в принципе разрабатывать работу и планировать работу ученического самоуправления в своей школе. На Всероссийский форум лидеров ученического самоуправления из разных регионов России приехали тысячи ребят, в том числе из Мирнинского и Ленского районов. На всю программу 2 дня. Запланированные образовательные модули помогут школьникам прокачать качество лидеров и коммуникативные навыки. В свободное время ребята учатся фехтованию, играют в волейбол, устраивают концерты. Спортивные и культурные мероприятия входят в лагерную программу. Активные участники смены войдут в детский оргкомитет «Территория успеха» и поучаствуют в организации форума в следующем году.